Сегодня я вам покажу утреннюю рутину чихуахуа Нюси. Просыпается она обычно в 8 утра. Нюсику охота еще поспать. После пробуждения мы умываемся, протираем глазки влажными ватными дисками. Как видите, ей не нравится это занятие. Далее мы чистим зубы. Я беру щетку и зубной гель. Она уже его погрызла. А вот сейчас начинается самое интересное. Это занятие категорически не нравится. После у Нюсика по расписанию, конечно же, еда. Обычно Нюси ест творожок. Да, ей не очень нравится, когда ее снимают. Съедает она обычно все, до последней капли. А далее предстоит прогулка. Ведь впереди у Нюси еще куча дел –